вдох. До трех. Раз, два, три. Выдох через рот. Вдох считаем до трех. Выдох через рот. Сукун. Дыхательные практики. Восточная Сибирь, город Нижнеудинск. Это для восстановления внутреннего равновесия, баланса, хорошего самочувствия. При стрессе это надо делать. Ну и вообще при любом дискомфорте в организме. Очень хорошо. Я 10 раз делаю и хорошо. Можно больше. Ну, это надо чувствовать. Когда ты чувствуешь, что у тебя все расслабляется, успокаивается, да, приходит в гармонию, начинает приходить в гармонию, то это... Вдох, поднимаем руки. Вот так вот, как я показывала. И голову, и руки. Считаем до трех. Выдыхаем через рот. Без паузы там. Оставь опять вдох. Ну, короче говоря, практика цигун очень хорошо помогает. Я вам серьезно говорю. Восточная Сибирь, город Нижнеудинск. У нас прохладно, градусов 7, наверное, больше. Ветер очень холодный. Я почему-то капюшон одевала, потому что когда он спадал. Потому что, правда, холодно. Дружочек у меня вчера съел хворост. И все. Сегодня у него уже болит желудок. И он ест траву. Вон он. Вдруг я нарвала тебе травы. Куда ты лезешь? Я уже пучок ему нарвала травы. Ой, а где она? А куда ее дела? Я что, мимо ее положила? Блин, пойду искать сейчас. А, нет, вот. Такую траву они едят. Кошки, собаки. Я прихожу, у меня кошки нападают на нее. Дружок сам знает, где ее есть какую. Мы только вышли, он сразу вон там подбежал, давай есть. Потому что он лежал, у него бурчал в животе. Потом он соскочил, у меня там пакет с сухой травой. Он начал сухую есть. Я всегда набираю сухой травы. Пойдем, зайчик, на улицу. Пойдем уже, побегаем. Будешь бегать? Нет? Пойдем. Какой-то недобегание. Сейчас, Зайка, подожди, я тебя это отстёбну. Ну, пойдём. Вот так вот, короче говоря. Ну что, хворост уже и высохший, специально вытащила, подсохший. Свежий ел, ничего. Прямо несколько штук съел, нормально всё с желудком. Я не знаю, от чего это зависит. Свежий ничего, сухой съел. Это... Вчера одну хворостинку всего съел. Ну что же хочется, это однообразная пища, ему тоже надоедает. Хочется, конечно. В организме тоже какие-то вкусняшки охота. Сладенького хочется. Ну, сладенького я ему гематогенку даю. Ну, понемножку, по кусочку, по-моему. Он когда хочет, он не показывает, как он хочет. Я обычно там ложу на компьютерный стол. Даже когда его нет, он подходит, залазит на кресло и смотрит туда. Я иду в холодильник, беру гематогенку, отламываю кусочком и даю. И там такой состав не агрессивный. Все-таки это шоколадка для детей. Ну, как бы не шоколадка, а биодобавка для детей. Поэтому там состав несложный. Такой, ничего такого химического нет. Нет, но витамин-то, наверное, может быть и искусственный, но в любом случае там никакой дряни, вот, всяких добавок, там, красителей нет. Я такой выбираю, из всяких добавок. Ну все, друзья, всем хорошего, доброго дня, благодати, радости, бытия. Любите жизнь, она обязательно ответит вам взаимностью. Всего вам самого доброго, до встречи. Чао, какао, смотрите чаще в небеса.